материалу по поводу выставленных, не выставленных рамок. Субординат. Кристина сама пошла к нему, поговорила с ним. Но ты настаиваешь на том же, что запрет на общение, если он подходит ближе, чем на 5 метров, ты ему бубен бьешь? Не, общаться не могут. Если вот она выставила грамотно, субординацию поставила, вот, если в дальнейшем как бы продолжится то, что было, ну тогда уже придется мне вмешиваться. Ну, Адеев для Артема это как красная тряпка для быка. Вот даешь вот Адеева, все, он злится. Ну, потому что Адеев грамотный провокатор. Он очень грамотно и хитро провоцирует. Он ведется на эти провокации, хотя он его не оскорбляет, не обижает. Ему неприятно тот факт, что Артем проверял его. Хотя не я попросила Адеева, чтобы он проверял Артема, да? И он выставляет меня крайне и виновата. А я не понимаю, в чем я виновата. То, что Адеев решил проверить Артема, в чем моя... Ты не виновата, ты просто понимаешь, что неуважение в твою сторону.